Всем привет, дорогие друзья! Здорово всем! Приехали отдыхать сегодня, рыбачить, отдыхать. Мы уже тут находимся где-то минут 40-50. Здесь дедушка сначала сидел, потом я на машине сюда съехал. В общем, цель сегодня карасики. Сейчас покажем снасти, на что будем ловить. Ну и погнали, ребят, бумбеним лайкусики. И вперед. Так, прикормку сегодня будем замешивать. Такую вот у нас горох остался. Его просто сварили. И купили покупную еще пачку. Какой-то карп фидер. Не знаю. Рабочий, не рабочий. Но нам что-то надо забивать в кормушке. Ну, надеюсь, будут довольно-таки рабочие. Высыпем всю, наверное. Не будем экономить. Сделаем бомбу. Лишь бы не переборщить. Астерикс и Обеликс такой фигни эликсир пили. С которого ты воду заливаешь. Еще бахнем вот этого вот адского клубничного. В общем, экспериментируем с прикормками. Все, короче, пойдет пока. Пусть постоит на солнышке. Подсохнет чуть-чуть и будет нормально, я думаю. Ее больше станет. Так что как-то так. Я сегодня решил попробовать на такую снасть. Может, слышали, нет, убийца карася. Либо соска, но она чуть по-другому. Сделал такой монтаж, сейчас покажу, на фидере. Кстати, классно себя показывает сейчас. Сейчас вам покажу, как это все. Так, в общем, вот такая снасть, ребят, достал, показываю вам. Крузик 30 грамм, так как фидер с тестом до 60 грамм. И вот такая AliExpress пачку заказали, вот их 10 штук в комплекте идет. Ну, такая маленькая, знаете, вот. Вот, так, спичный коробок, может, меньше. Вот такая снасть, по бокам два крючка. С этим крючком я, конечно, с поводком сильно длинный сделал. А вот этот как раз пойдет. Но почему-то клюет только вот на нижний. И плюс в том, то, что ее можно регулировать. Вверх-вниз она как бы не стоит на месте, она через петлю продета. И можно ее выше поднять, можно ниже поднять. А крючки завязаны через петлю вот на вот эти бусинки. Вот на вот эти бусинки. Вот такая снасть. Похожа на убийцу карася или на соску. Сейчас, кстати, время около 4 часов. Приехали на вечерний клев. Так что будем рыбачить. Игорь порится с карасем. Карась, говорит, хороший попался. Давай я достану его, тащи его сюда. А, иди сюда, хороший, зараза. Ничего себе, там грамм 400, наверное, в нем. Поймал несколько, мне как всегда не клюет. Сейчас я покажу. Карась. Ну, грамм 350 точно есть. Вот 400 точно. Такой вот лапоть. Огонь? Огонь. Опять какие-то странности происходят. Красавчик. У одного клюет, у другого не клюет. Что, парни, еще один карась? Редко, но метко сегодня. Порадовал нас. Пацан принесет, как кушняк туда положил. Освобожу. Охлаждается. Ой, водичка. Да? Да. Он хороший карась. Давай его. Все. Готово, готово. Давай. Ну и карась, конечно.
Лапти. Лапать, да? Ну, там зацепился за этот. Я сейчас размотаюсь. Ложу нормально. О. Капец. Цепляю, я его положу, ладно его. На червя. Поработаю на тебя. Показываю карася. Второй. Ну, такие 350 грамм стабильно, блин. Ужин ловится. Да, погода вообще сегодня прям шикарная для рыбалки. Да? Да. Надо попить лимонаду после этого. Давай, тащи. Ой, ё-моё, по-моему, там крупняк. Крупняк? Да, он видишь. Ну смотри, ведет все равно же. Такой нормальный? Да, мелкий, отпускай его. Если его фидером можно поднять, значит он мелкий. Так, по насадке у нас, ребят, червяк. Сейчас как раз буду это все забивать, одевать. Камера там нормально, нормально. Вот. Червяка накручиваю, сильно много не одеваю червей, так накрутка идет. Конкретно идет. Ну, фидер тащит, короче, грубо говоря. Вот так выглядит все это дело. В кормушку я это все не вставляю. Страшная вещь, ёлка. Страшная вещь? Зато уловистая, блин. Все, погнали забрасывать. Ну, летит где-то на метров. Ну, чтоб не соврать, 40 летит. Чуть ветер начал раздуваться сначала, что-то тучи были какие-то непонятные, блин. В общем, вот так вот. О. Что ты опять тащишь? Ай, блин, о, нет, есть что-то. Есть? Прям бьет. Ёлки-палки, ты меня что ли пойму? Или у меня поклевка такая, что-то нет, я понять не могу. Это вроде нормально. Да, меня тащит, красава. Там, по-моему, я еще есть. Что-то я своего грузила не чувствую. Уже почти. О. О, хороший карась. Давай, доставай, я не хочу зацепляться. Так, не пойду уже. Ладно, вытащу. Нифига там карась. Ну, карась вообще, ребят, ну, полкилушный, наверное. Ё-моё, блин. Продень его через это. Я сижу, думаю, у меня поклевка сразу, да не может быть, блин. Вот это караси сегодня размер, блин, радует. Не убили, конечно. Да не. Закинул, блин. Чуть-чуть правее возьму. И видишь, у меня тут три снасти аж. Карася показываю. Ух ты, ёлки-палки, она у берега оказалась. О. Сейчас, погоди. Красавец. Ну, хороший. Такой нафиг, нифига себе тут. Это ужас, да какой, четвертый или пятый такой вот зачетный экземпляр. Ой. Надо убегать. Все, блин. Вот, наблюдай, куда я кидаю. Пришлось правее взять. Ну, уже устал, наверное, беда. Идет кабанище такой, блин. Ну это же вообще. Ну-ка давай. Ёлки-палки, что за караси сегодня? Кинг-конги, блин. О, рука, ребята, смотри, карась какой. Да. Ёлки-палки. Я тоже только что что-то зацепилось, но у меня зацеп был. Затащил. Похоже на сазана было. Чуть подматываю. Дедушка вон там сидел 30 метров. Его зацепы мучили. И я вот пришлось мне сейчас туда кинуть. Разложился тут свой арсенал, блин.
Не понтуйся. Бульк. Ребят, смотрите, что с погодой. Как она поменялась. Буквально за 40 минут. И у рыбки настроение поменялось после перепада погоды, да? Смотри, сзади фронт какой идет. Дождик, по-моему, чуть-чуть. Время 6. Ничего, наловили. В обед лучше ловилось, чем сейчас. Сейчас вообще практически не ловится. Пару шаров кинем? Давай, закинь пару шаров. А то нашими микрокормушками моей убийцы карася я буду до осени этот кан опустошать. 2-3 достаточно. Вот примерная дистанция. 40 метров, наверное. Гранату на сколько кидал метров? На 10 я не докидывал. Попытался еще. Но я там на 35 метров кидал. Давай. Куда кидать? Ну куда видишь, туда кидай. Куда мы кидаем? Разгон. О, нормально, мне закормил, спасибо. Next. Да, руки сейчас... Вот отсюда возьми, вот отсюда, слышишь? Отсюда. Да ты так же, как я, кидаешь, мне еще что-то рассказывал. Давай третий. У меня шары увесистые. Ну, я такие же катал. Давай. Третий, на 150 метров? Ну, давай на 40 кинь хотя бы. Ой, доставай удочку. Так вот весело сидим, ребят. Ну погода капец. Видимо, давление упало, что ли? Ну там вообще облака, смотрите, офигеть. Красотища, небо красивое. Да. Погодка просто, блин, сказка. Ветра такого нету. Чуть-чуть легонько так дует. Вообще красотища. Знаешь, из-за чего? Что висело? Из-за сиропа. Из-за сиропа? Да. Он склеивает, да? Отлично. Ребят, смотрите, как погода меняется. 15 минут прошло. Ёлки-палки. Поэтому... Да, тут обложились тут донками. Есть? Хороший, да? О, идет. Ну-ка его сунь в кадр. Сковородочку. Хороший, ну. Погода меняется, вот ветрище задувать начал, только что штиль полнейший был. Сами все видели. Донка стоит, там кукуруза, горох, фидер — это червяк, тут хлеб, там везде хлеб у Нурика стоит, по ветрище капец попёр. Чё, ребят, ураган закончился, время 7:30, думаем, надо перекусить, чтобы не заморачиваться, сейчас возьмем по 2 карасика с каждого садка, почистим и зажарим их на сковородочке, да? Конечно. Пойду своих доставать. Орлов. Так. Пассажира отпустим сразу, наверное. Правда, побитый весь, бедолага. Че, помельче взять? Крупных брать? Да. Ладно, вот такого одного возьму. Они уже получищенные здесь. Да? Да. Смотри, поклевки начались. Да? После урагана. Ну, таких 2 возьму. Все. О, Игоря орлы. У меня поменьше. Чуть-чуть. Вот это наш будет ужин сегодня.
В нашем стиле. Сковородку просто сними, она потухнет. Да, вот так потухнет. Просто в воде, ё-моё. Все нормально. Три не влезет? Воу! Я сейчас точно без волос останусь. Базара нет. Мы как всегда. Ты там где-то вилку приготовил? Вот она. Руками ковыряй. Ой, красота! Все, она так быстро сейчас пожарится, капец. Свежая еще. Просолили ее так. Шинканули. Шинканули, конечно, насквозь. Я не по-детски шинканул. Вот так вот красиво, ребят. Бля, пусть это догорает, но не будем подкидывать. И так жара до себя. Да-да. Клеились. Ё-моё, вот это красота.